Всем привет, дорогие зрители! Нашел в Махмутларе новый проект, который находится рядом с морем недалеко, 270 метров максимум. Так, в этом проекте продаются несколько квартир. Значит, одна трехкомнатная 2 плюс 1 и две четырехкомнатные 3 плюс 1 квартиры дуплекс, двухуровневые. Проект сдан только в эксплуатацию. Здесь у нас лобби, отсюда у нас вход, в той стороне 100 метров, улица Барбаросса. Входим в резиденцию, здесь лобби. Так, присутствует один лифт вот такой. Потом я покажу вам детально. Здесь у нас фитнес-зал. Вот такой фитнес. Три оборудования. Айдат у этого проекта 200 лир. Так, здесь у нас санузлы и душевые кабинки. Есть сауна с видом на открытый бассейн. Вот такой. Просторный, на 6-7 человек. Так, здесь у нас как бы кухня, столовая, не знаю, кто как хочет. Может пользоваться, здесь санузел. Вот такой детский бассейн. Зонтики, шезлонги присутствуют. Здесь вот так вот длинный открытый бассейн. Где-то 15 метров в длину. И 2,5 метра, 3 метра в ширину. Поднимемся на верхний этаж этого проекта. Лифт прибыл. Такой лифт просторный на 6 человек. Так, поднимемся на 5 этаж. Проект 6-этажный. Поднялись мы на этаж. Значит, на этаже у нас 2 квартиры тут и 2 там. 4 квартиры. Вот такая лестничная площадка. Вот эта квартирка такая. Такая прихожая. Время съемки 6:30 вечера, 18:30. Начну я с этой комнаты. Вот это наша спальня. Здесь где-то 12 квадратных метров или 13, приблизительно так. Двойные окна, термопакет, пластмасса. Такой вид отсюда. Здесь у нас санузел. Качественный стройматериал, также видно. Душевая кабинка. Здесь брутто 92 квадратных метра. Жилая площадь 83 квадратных метров. Вот такой вот главный санузел с душевой кабинкой. Присутствует только один балкон. Здесь спальня, где-то 12 квадратных метров. Смотрит на соседнее здание окно. И здесь гостиная, совмещенная с кухней. Вот такая кухня. Цена этой квартиры 80 тысяч евро, дорогие зрители. Кого интересует, обращайтесь. Насчет цены, если что, обсудим с хозяином. Так. Здесь у нас балкон. И вот такой вид с балкона на соседнее здание, горы. Расстояние до моря максимум 270 метров. От моря затем здание. Барбаросса 120 метров отсюда, улица. Отсюда я даже вижу, вот там Барбаросса. Маркеты, рестораны, офисы разные, все шаговой доступности. Так, идем теперь на верхний этаж. Там у нас есть 2 плюс 1, 2 квартиры, двухуровневые, и есть четырехкомнатная квартирка, тоже двухуровневая.
Я поднимусь по мраморным лесенкам. Здесь цена трехкомнатной дуплекс квартиры 96 тысяч евро. Вот, значит, вот эта квартирка. Тут 110 квадратных метров. Такая вот прихожая. Тут по лесенкой у нас кладовка. Вот эта квартирка стоит 96 тысяч евро. И двери синие. Вот такой санузел. Снизу у нас гостиная с кухней. Здесь у нас минимализм, вот такая красота. Стены тоже темно-синего цвета. Вот. Такой балкон снизу. Не маленький, просторный. Вид на горы и соседнее здание. Отсюда даже видно немножко море. Вот. Поднимемся на верхний этаж. Стенка здесь серого цвета. Здесь у нас второй санузел. То же самое, как внизу. И здесь у нас душевая кабинка. Время съемки уже 7 часов. Здесь спальня. Она продается и с мебели, и без мебели, как желаете. С мебели цена будет подороже. А здесь такая терраса. Вот такой вид с террасы. И также вторая спальня дополнительная. Такая просторная, тоже не маленькая. Ну, здесь 110 квадратных метров брутто сказано. Жилая площадь есть где-то 90 квадратных метров с балконами и с террасами. Теперь пойдемте вниз в другую комнату, квартирку. Там цена у нас выше, потому что 3 плюс 1. 160 квадратных метров. Это продано. Здесь продается и вот эта квартира 2 плюс 1. Она стоит 98 тысяч евро. Подороже на 2000 евро. Открываем. 3 плюс 1. 159-160 квадратных метров брутто. Сейчас посмотрим, сколько здесь жилая площадь. Я думаю, что здесь жилая площадь уже где-то 125 квадратных метров. Такая прихожая. Здесь кладовка. Вот эта лестница, которая поднимается наверх. Первая спальня. Здесь 11 квадратных метров. Маленький балкончик. Здесь сторона у нас южная и западная. В основном южная сторона, море. Здесь у нас просторный санузел. Такой. Здесь гостиная, совмещенная с кухней. Сторона южная. У этой комнаты именно. Здесь тоже французский балкон. Вид на море присутствует, если вы видите. Вот. Такой балкон. А теперь поднимемся на верхний этаж.
Высота потолков 280 сантиметров тут. Здесь вот такая прихожая. Можно что-то сделать здесь, что-то поставить. Такой санузел верхнего этажа. Здесь коридор продолжается. Здесь у нас просторная хозяйская спальня, где-то 14 квадратных метров. И здесь еще есть один санузел. Просторный, дорогие, здесь это побольше. Здесь где-то 5-6 квадратных метров. Тут у нас терраса. Это сторона западная. Если я сейчас буду здесь стоять, юго-запад. Также есть вид на горы здесь, с правой стороны от меня. Солнышко светит. Через 40 минут будет закат. Вид на море присутствует, тоже есть. Ну, туда я выйду с другой комнаты. Также есть качественные стройматериалы, если видите, использованы. Здесь у нас еще одна спальня, 12 квадратных метров. Это керамика, метр на 60 сантиметров, кажется. Да, метр на 60. Можете посчитать, наверное, сколько квадратных метров тут. Выйдем на балкон. Шумоизоляция хорошая. Ну, вот эта терраса, скажем, которая продолжалась с той стороны. В будущем можно будет застеклеть, кто как желает. Вот вид на горы и соседнее здание. Хочу подвести итог о этих квартирах. Расстояние до моря от этого проекта 270 метров. До улицы Барбаросса Махмутларя 120 метров максимум. Нужно обставить. 2 плюс 1 обойдется вам 3000-5000 евро, в зависимости, что будете покупать. А эти дуплексы обойдутся вам минимум 4000-7000 евро между ними, чтобы обставить. У нас есть также постпродажка. Так вот, дорогие зрители, желаю вам всего доброго в жизни, счастья, здоровья, благополучия и процветания в жизни. С вами был мистер Агасси из солнечной Алания район Махмутлар. Всем пока-пока.